Ninja Castle. Вот такой вот замок находится практически в центре Киото. Вот, окруженный вот таким рвом. Да. Так. Есть на всех языках, кроме русского. Это, в принципе, ожидаемо. Вот такой замок. Довольно невысокий. А вот схема. Смотря, мы возле ворот. А вот так вот у нас будет. Где ворота? В белых цаплях. Да. Цапли, драконы, тигры. Какие вот ворота красивые. Так, ну что, зайдем внутрь. Это у нас Нинумари Готан. Дворец. Так, здесь надо снимать обувь. Да? А, окей. О. Так, обувь положил. Фотографировать нельзя. Не знаю почему. А где написано? А? Ну ладно. Так. Написано не фотографировать. А что здесь фотографировать? Так, здесь какая-то была гравюра, которая на реставрации сейчас. Ага. А вон тигры. Вон тигр. Вон гравюра с тиграми. Вот там далеко ее видно. Это единственное. А остальные гравюры, походу, на реставрации. Их на текущий момент нету. Так. Нет, я не снимаю. Тигры. Слышите, как шумят? Это скрипучие полы. Для того, чтобы когда ты спишь, тебе враг не мог подкраться и убить тебя. Вот стенки были все такие тонкие, и можно было услышать. Слышите? Комната вся в тиграх. Да.
Так, вот это репродукция щекеда, какого-то мурава щекеда. Настоящая хранится в этом же замке, в галерее. Вот я иду. А пол так свистит. Что? Пол скрипит. Так, это тоже репродукция. А вот так вот раньше собирали собрание. Митинг. А кто им гладил эту одежду? Как кто? Жены разные, гейши. Это ж феодалы. А он сидит, сёгун или император, и дает им задание. Что здесь написано? Что это? Тайсехокан. Репродукция императорских правил. Вот это вот собрал. Собрал своих подданных, которые ему поклоняются. Ну, специально закреплен. Вот так специально. Вон, видишь, там резиночка у него на голове. Резиночка, она не помогает их держать спереди. Смотри. Но... Да. Да. Есть вот такие вот пальмы. Это двери. Такие вот гравюры на дверях. Так. А что это? Роспись. Роспись на дверях. А. Так, вот здесь вот тоже комнаты такие. Это курошойн. Третья комната. Какой-то тоже мурал. Так, это какая-то фамильная комната. О, вот здесь тоже громадная, громаднейшая просто комната. Ну я это в руках держу, я же не снимаю. Так, не открывать, а почему? Вот такие муралы. Вот это вот комната для аудиенции была такая. Ну, красиво, красиво.
Вот тоже комната. Здесь тоже вот собирались для обсуждения разных важных дел. Вот типа, сегодня переезжаем, завтра не переезжаем. Вот так и жили. Да, сад такой. А это аудиенция шогуна. Не, сигуна. Вот к нему приходили и рассказывали, как дела обстоят и тому подобное. Ну, такая вот комнатка. И вот выход вот через вот такой вот. Мини-садик. Красивое, красивое здание. Так, а здесь у нас что за комната? Ага. А это комната. Это вот тоже вся комната в муралах. Комната полностью в муралах. Возвращаемся. Сейчас вот такие вот мура, вот это прикольная такая ручка золоченая, из золота. И вот полы все так скрипят. Это не скрип, они вот как бы поют. Полы сделаны для безопасности в то время. Когда вы спите, вас ночью никто не убил. Если кто-то захочет прокрасться в вашу комнату, то... Собственно говоря, вот этот скрип предупредит сёгуна и охранников, что кто-то в помещении и крадется. Собственно говоря, вот такие комнаты здесь во дворце. Одно не могу, почему нельзя снимать, фотографировать, боятся воров, что ли, что это все украдут или китайцы скопируют, но, честно говоря, непонятно. Ладно, идем на выход. Так, максимально как мог, так снял. Вот при входе в этот дворец вот такая вот роспись, все в птицах, в таких павлинах. Наверху вон дракон такой. И вот здесь тоже какая-то птица. Феникс, что ли? Вот такой вот замок Ниджо. Так, ну здесь вот я помню был неплохой сад. Садик был симпатичный. Так, колокола. Такие ворота. И вот сад.
A jak się wzywa na przykład ekiper ogrodników na dwa dni, to jest jeden z najlepiej płatnych zawodów. Dwa dni do ogrodu, do prywatnego ogrodu, dwóch ludzi, granica 3-4 tysiące dolarów. Da, no, слышка. Так, а вот он, замок. Вернее, дворец, по которому мы только что ходили. Это тут коленка? Не, коленку вот там, на этом, да. Ну, я имею в виду, вот тут, вот там вот? Да, 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 коленка это, да. Вот такой сад. Сад камней. Огород, ну это по-польски сад. У них сад это огород, ты ж понимаешь? По-польски сад это огороде. Ну то есть у нас, по идее, тоже сады везде. Вот как. Так, тут просят не гулять по вот этим камушкам, не прыгать по ним. А жалко, конечно, тут можно было так с камня на камень попрыгать. Вот там по мостику туда-сюда побегать. Я говорю, я мог бы побегать. Слушай. Вот такой сад. Группа польских туристов. О, вон там цапля. А, там там жура. Цапля, жура. Цапля, не? Да, там. Цапля сива. Так. Ну что, красивенько. Красивый сад. Коптером решил не летать. Что-то мест таких нету скромных. Хотя вроде не запрещено, но постройка низкая, снимать будет неудобно. Так долго здесь не было. Еще фараоны набегут, повяжут. Но нам надо. Хотя не запрещено. На меня показывает. Ну, на японском объяснить, что не запрещено, будет трудно. На полицию хочешь показать? Да, ведь это все они. Значит, так, да. Я тебе рассказываю. Бежит полиция. Оно, оно, да. А ты сразу их к ним навстречу бежишь? Говоришь, я знаю, кто. Там поляки. Да, так. А вот, собственно говоря, дворец и замок. Вот ограждены рвом таким. И вот. Значит, в самом центре это золотой дворец. Называется Хонмару Готен. Вот он находится в середине. И вот где мы были, это Нинамару Готен дворец. Вот, и все вот это в комплексе, вот это вот представляет из себя вот такой вот замок. Ниджо. А, там еще сторожевые башни в нем есть, так что идем дальше смотреть. Так, ну здесь, наверное, рыба плавает. Ну да, караси, как обычно, это в принципе. Обычное явление для замков. Хотя лучше бы крокодилов завели. Эффективнее было. О! Или как?
Так, вот. В следующий дворец можно было попасть вот через эти ворота. Так, тут ступеньки. Заходим. По ступенькам. Так, поднялись. О, ворота эти. И вот такая вот дорожка. Хотя, честно говоря, золотой павильон, серебряный. Там сады намного красивее, чем здесь. Но здесь тоже очень неплохой сад. Такой более-менее. О, вот. Сам дворец. Из дерева. Сюда не ходить. Вот странно, вроде ж сад, а почему не ходить? А, я знаю почему. То, что это огород, это не сад. Как сказали поляки, это огород. Хорошо. Да, вот на той вот башеньке я 2 года назад порвал себе джинсы и разбил колено. Засмотрелся на замок. И бам! А то. Ну что ты спишь? Санько. Санько это? Идем дальше. А вот та злополучная лесенка, где я чуть кубарем не скатился. Так, ну что, поднимемся, посмотрим. Так, вот мы наверху. Вот отсюда видно замок. Здесь где-то, ну сколько, высота полета метра? Ну 5, я думаю. Но все равно это сильно низко, уже из-за дерева, если низко летать, можно в какую-то сосну впиляться. А повыше, я думаю, не так будет красиво. То, не знаю, имеет ли смысл дрон запускать. И вот отсюда уже открывается вид на город. Вот. Хотя, честно говоря, вид-то особо и не открывается, тут деревья. Ну, вот, да. То есть, вот ров.
за рвом. Собственно говоря, вот за этими деревьями еще один ров. А вот дворец находится сильно низко. Вот попасть сюда можно было вот тоже вот по данному мосту. Так, идем на спуск. Тут такие ступеньки, надо аккуратненько. Да. Тут надо быть аккуратным. Ой. Да, под этим кубариком. Ох, ты посмотрите. Ну, в этот раз ты решил. Да, в этот раз я уже не так засматривался на это все дело. Здесь вот японские клены растут. Вот он, зеленый такой. Так, а вот и сам продолжение дворца. Кстати, сюда почему-то не заходят. Закрыто. Видно, открывается только по определенным дням. Ты видишь? Закрыли. В общем, закрыто это. Закрыто на реконструкцию, что-то они там реконструируют. Вот. Замок защищен законом, то есть любое нарушение вас тут по полной. С вас возьмут. В общем, полная красота. Так, ну что, выходим с этого дворца. Сейчас подойдем вокруг него, пойдем, там тоже очень довольно-таки красиво. Там какие-то деревья не такие красиво ухожены, но полиция, пожалуйста. А я бы тут сейчас со своим, так сказать, этим, и меня. Оп, цап, тогда. Так мы долго пообъясняли. Он бы мне тра-та-та-та-та, а я ему ба-ба-ба-ба. Еще камеры всюду понатыканы. Не пройти, не проехать. Так, мы вот были вот на той смотровой башне. Вон она там стоит. А здесь такой вот хороший, здесь покупаться можно. Если так нырнуть, то я думаю там, ну, глубина более-менее должна быть нормальной. Так, куда нам пойти? Ну, даже не знаю, налево или направо. Так, значит,
Надо пойти и так, и так. Тут вот сакура цветет. Но сейчас она не цветет. Но мы посмотрим на остатки былой роскоши. Да, Дамич? Не так. О, чай. Ну ладно. Ну, уже скоро можно будет срывать все. Конечно. Кто до меня не оборвет. Так, ну что, шишки берем? Кедровая, наверное. Ой, смотри, смотри, что творится. О. Прям такая древняя, что осыпается. О, опа. Лед. Вот это да. Прям пыли сколько. Ну это не пыль. Но. Ну вот руки такие желтые стали. И еще камеру запорошила всем этим порошком. Ну, вот такой вот сад. И замок при нем. Вот тут еще одно сооружение. Что это за казарма? На казарму, кстати, похоже вообще. Сейчас мы подойдем, почитаем. Так. Так. Ага, это зернохранилище. Вот так. О как, еду тут хранили. Если вдруг враг нападет, тут можно было супец рисовый сварганить. Да, вот такие дела. Правда? Суп рисовый будешь? Так. Да ладно, это не я. Вот. Одна там сторожевая башня. И вот еще одна сторожевая башня. Вон она там за лесом. И на текущий момент это только уже воспоминания этих сторожевых башен. Проход туда закрыт. Они что-то так решили, видно, не надо туда ходить. Видно, там вообще все печально. Вон деревья такие растят. Потихонечку формируются. В общем, погулять здесь, в принципе, можно, но лучше уделить время там философской тропе или золотому павильону, там намного приятнее стоит, но вот это место тоже стоит, в принципе, для посещения, хотя бы один раз сюда прийти, второй, я думаю, уже не так будет интересно нам, но, тем не менее, все равно место красивое. Так, а вот в этой стороне вот такой вот сад. Открыто с 9:30 до 16:30. Вот такой вот чайный домик. А где он? Ага, вон он прямо перед садом. Вернее, перед вот сад и там пруд. Вон там, где чашечка нарисована с кофе. Там можно посидеть, чай попить или кофеек. Сейчас посмотрим. Хотя времени не так много. Надо уже на вокзал будет скоро приезжать. Так, вот еще одно зернохранилище.
Ну, замок такой был запасливый. Если его долго осаждали, то, в принципе, я думаю, тут еды хватало. Так, впритык. Нам и так же именно там. Да, тоже для риса. Так, а здесь у нас восточные ворота. Так, построены в 1626-м. Используются для ежедневного входа в Нидж, в замок Ниджу во время периода Эду. И вот эти ворота горели в 1788 году. И во время пожара вот эти ворота, которые из дерева, они полностью сгорели. Вот, но на текущий момент ворота восстановили. То есть это не настоящие ворота, а репродукция, но тем не менее, думаю, похоже. Ворота вот там где-то. Там вход запрещен. Ну и ладно. О, медведя, туда его. А выкиньте его туда, в озеро. Вот бы он его в озеро метнул. Бы его в озеро туда. Мяу. А я бы посмотрел, чё как. Давай. Опа. Ура. Давай, давай. Метни его в озеро. Опа. Бывай. Так, заходим в сад. Написано не фотографировать, а я не фотографирую. Я снимаю. Кстати, одно не могу понять. В прошлый раз мы, по-моему, обходили этот сад. А что сейчас закрыли его? Ну, мы здесь гуляли, я помню, как-то. Странно. Ну, в общем, с каждым годом Япония все буржуйси и буржуйси. А, вон, он там проход. А тут, видно, закрыли для полной буржуазии. Там чай, кофе по $50 за чашку. Ну ладно, ладно, сколько там? Кофе нету, ладно, да, нет. Порошок зеленый. Ну, порошок зеленый тоже денег стоит. Сколько он стоит? А, ну, $9. Ну, ладно, вот чай и какой-то пирог вам дадут. То можно побухать. Пивасик. Вот. Саке бахнуть. Полный ассортимент услуг. Так, ну во второй раз что-то как-то садик не сильно впечатлил. Первый было круто. Тебя все второй раз не сильно впечатлило. Не, ну вот серебряный павильон было красиво. Или сегодня не так солнечно? Просто не поел? Вот, кстати, да. Вполне возможно. А для хорошего дзынь надо покушать. Вон, сделали камень, как будто черепаха. Где-где-где, а ну покажи. Ну, вон, а, точно. Ой, ты ж, ёлки-па. Ты сидишь и представляешь, это черепаха. Угу, это интересное решение. Да, да, мы идем на выход. Сейчас уходу, холодно.
кушать хочется. Я так и знал. Я так и знал. Вот такой вот садик маленький. Из камней. Ну, ничего. В принципе, неплохое место для прогулки. Экскурсии сюда почему-то наших не возят. Я не знаю почему. Я могу время уделить. Сад с кленами. О, тут красный клен такой. Вот он. Два их. Сейчас солнце не сильно ярко, поэтому они не сильно такие. Но все равно. Спасибо. Так, вот это вот на дверях такие бронзовые задвижки сделаны. Дизайн самого Сёгуна. Очень прикольная такая работа, тонкая сделана, красиво. Здесь вот тоже вот такой вот узор видно. Тоже красиво. Вот такие вот задвижки на дверях, это место ручек, чтобы открывать вот эти вот двери, муралы, с муралами. А вот это монетки, такие вот монетки были с дырочками, чтобы их было удобно на веревку вешать. И здесь горшки разные. Древние. А это даже, это тоже вот какие-то вот осколки. Какие-то металлические. И вот, собственно говоря, сам Киото. Прикольно. Так. Так, пришло время прощаться с замком. Замок. Идем на выход. Тут можно забежать, глянуть. Что здесь? Что здесь такое у нас? Ага, ну это тот же самый дворец, который мы зашли только с главного входа. Все. Так, сейчас еще в сторожевую башню зайду и, в принципе, все. Так. Здесь вот сторожевые башенки такие. Можно посмотреть. И вот сам дворец. Клены. Ага, здесь что это? Ага, здесь надо платить 4 бакса за вход. Ну, честно, так до хрена, охренели они. За вход заплати, за это заплати. Что за обдираловка?
скоро будут в туалет. Тоже денег просить. Идем на выход из замка. Вот здесь есть аудиогид, английский, французский, испанский. И все. Я туда не сходил. 4 бакса хотят за вход. Представляешь, с ума сошли вообще. За сторожку вот эту вот, чтобы туда попасть, надо 4 бакса отвалить. Наверное, с головой не дружит. Это просто безумство какое-то. Идем отсюда. Пора ехать. Так, мы на остановке в Киото. Да-да. Одавара. Ждем своего шинкансена. Ты постой здесь, а я пока. А, здесь сейчас тоже еще один будет сейчас шинкансен ехать. Надо какой. Говоря, непонятно. 11:58, а вот Хикари сейчас будет прибывать. В чем осталось? А, буквально вот пару минут до прибытия, они вот прибывают четко по времени. То есть плюс-минус, ну может на одну там 2 минуты опоздать. Вот начинаешь на конце уезжать. Приехал новый. Вот такой длинный аромат. Смотрите, какое. Ну, людей много довольно-таки выезжают. Кто-то спит уже. Кто-то только приехал. А вот смотрите, вот еще один едет. Бросил скорость. То есть буквально вот с одного города до второго, вот на таком, час-два вы уже в другой части страны. 300 км/ч по прямой. Довольно быстрое перемещение.
сейчас будет отъезжать на Зоми на Токио. В Японии есть два вида шинкансенов. Это GR и Nozomi, две компании. То есть, если у вас проездной GR, то вы можете ездить только шинкансенами GR. А если проездной Nozomi, то только Nozomi. Но у GR больше шинкансенов. Nozomi только в определенных какие-то регионы ходят. А вот это вот вагоны общего пользования, здесь места нету. Ну, как, мест нету. Места есть, но это места без резервации, то есть вы можете, по сути, 2 или 3 часа стоять стоя. Вот так написано, not reserved. Ну, в нашем случае так и получилось. Мы... На наше направление билетов не было, поэтому, собственно говоря, вот приходится... Так и будет. Ну или на крайний случай будем по отдельности ехать, ничего страшного, тоже нету. А вот едет наш шинкансен. Все, пора ехать.